В следующем году в Алматинской области дополнительно создадут сервисно-заготовительные центры. Они будут помогать крестьянам возделывать поля и собирать урожай кукурузы, риса, пшеницы, а также сахарной свеклы. Сегодня в регионе имеются 29 таких центров, в которых сосредоточено больше 550 единиц высокопродуктивной сельхозтехники. В этом году Аксуйский сахарный завод был запущен. Для развития, поддержания этого завода на следующий год планируется создать еще дополнительно 5 сервисно-заготовительных центров. В основном это Сарканский, Аксуйский и Алакульский район, где будет приобретено более высокопроизводительная техника 96 наименований.